Сотрудничество очень разнообразное, многоплановое, по всем направлениям идет. Путин зовет партнеров в Россию. А что их там ждет? 8 лет лишения свободы. До 15 лет. Что это означает? Означает новые ограничения для трудовых мигрантов и новые штрафы за слова. Как партнерам Путина работать в таких условиях? Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Путин выступает на бизнес-форуме БРИКС. Один. Никто из приглашенных лидеров не приехал. Но приехали главреды государственных медиа из Египта, Китая, Индии и еще нескольких стран, так называемых партнеров Путина. В прошлом году на питерском форуме на похожей встрече Путин отвечал, что сделает Россия, если Украина вдруг получит западные ракеты. Тогда Путин угрожал ядерной доктриной России. А что же он говорит в этом году? Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина, это не так просто. Но, для Украины сегодняшнего дня. Но в целом это здесь больших сложностей нет, все понятно же, как это делают. Вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Скорее всего, в этом фрагменте Путин отвечает на вчерашнее выступление Владимира Зеленского, президента Украины. Давайте послушаем и этот фрагмент. И в разговоре с Дональдом... Общаясь с Дональдом Трампом, я сказал ему, выход один. Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно защитит нас. Либо у нас должен быть какой-то альянс. Сегодня мы не знаем никаких эффективных альянсов, кроме НАТО. Страны НАТО не находятся в состоянии войны. Страны НАТО не ведут войны. Все люди в странах НАТО живы. Слава Богу. Вот почему мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО. Мы выбираем НАТО. Про возможное приглашение Украины в НАТО Путина тоже сегодня спросили. В эфире мы послушаем его ответы, а разобраться в них нам поможет политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Артем. Вот мы только что прослушали ответ Путина и выступление вчерашнего Владимира Зеленского. И Владимир Зеленский четко сказал, что Украина не хочет ядерное оружие. Почему же сегодня Путин угрожает так, как будто у Украины уже есть атомная бомба? Нет. Дело в том, что я не сомневаюсь в том, что Владимир Путин правильно услышал то, что сказал президент Зеленский. И сейчас вы правильно показали этот фрагмент. Зеленский внутри плана, стратегического плана, который он предложил, состоящего из 5 пунктов, один из этих пунктов – это скорейшее вступление Украины в НАТО. И вопрос ставится об этом, а вовсе не о ядерном оружии. Но поскольку пронеслись, как обычно бывает, кликбейтные заголовки после выступления Зеленского, и тем более они пронеслись в российских медиа, с упоминанием ядерного оружия Украины, то Путин отвечает на этот вопрос. Но я не вижу здесь с его стороны там чего-то существенно нового или неожиданного со стороны Путина. Он просто как бы ответил на заданный ему вопрос, не более чем. Ему также Дмитрий Киселев, который модерировал эту беседу, он спросил напрямую у Путина, что он думает о возможном вступлении Украины в НАТО. В формулировке было, что как вы смотрите на то, что Украина отдает часть территории, вступает в НАТО. И вот как Путин ответил, я предупреждаю, там как будто бы звучит ответ на другой вопрос, но именно так Путин на него ответил. Я не понимаю, когда вы говорите о размене территории, потому что те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории. Это Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область и Херсонская. Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира.
Ну, вот про Украину он так и не ответил. Ну, а что он пытался сказать? Что Россия может не остановиться на аннексированных регионах? Или что он пытался донести? Нет, мне кажется, здесь Владимир Путин просто повторил то, что он сказал в июне 2024 года на коллегии МИДа, где он сформулировал четыре условия окончания войны. И одним из пунктов, собственно говоря, этого путинского плана, этот план не отменен, он так и действует для Кремля и для всех его аппаратов и для всего руководства Кремля. Этот план предполагал, что война может быть завершена только когда все четыре, ну, Крым и плюс четыре присоединенных два года назад, как раз в сентябре 20, два года назад они были присоединены, четыре области Украины по их административным границам, что они останутся в составе России. И больше того, согласно плану Путина, это должно быть закреплено международными договорами. И плюс к этому Украина должна отказаться от членства в НАТО. И четвертым пунктом там была отмена санкций. Так что здесь Путин просто повторил свою формулу, с которой он предполагает окончание войны. И больше ничего. Ну, вот, кажется, у нас есть еще один фрагмент, где Путин повторяет уже свои слова. Давайте его тоже послушаем. У меня есть к нему вопрос. НАТО воюет с нами? Но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А российская армия и воюет сама. И продукты сама создает военные. И программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница. Когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. Ну, на мой взгляд, он повторил свой любимый миф про самую крупную, самую лучшую армию мира. Но непонятно только, зачем он этот миф тиражирует. Ну, здесь ведь, конечно, Владимир Путин выступает очень цинично, поскольку, отвечая на вопрос, который, видимо, ему был задан, он говорит, повторяет тезис о том, что НАТО ведет войну против России. Нет, конечно, НАТО не ведет войны против России. Это фундаментальный момент всей почти трехлетней уже войны. Может быть, действительно, в какой-то перспективе, через год или полтора, если война будет продолжаться, действительно какие-то контингенты стран НАТО будут участвовать прямо в этой войне, но это в отдаленном будущем, мы пока этого не видим. Украина ведет борьбу за свой суверенитет и независимость. Путин искажает всю картину в таких описаниях реальности, потому что это не НАТО воюет с Российской Федерацией, а Украина защищает с оружием в руках, защищает свой суверенитет. Вот, собственно, и все. Но очевидно, что Путин и не может говорить иначе. Он этот тезис развивает все 2.5 года. Конечно, Путин не признает и не признает то, что он ведет агрессивную войну, при том, что эта война так будет и сегодня так характеризуется международными организациями и лидерами всех крупнейших стран. И так это будет и в будущем. Это прямая, неспровоцированная агрессия, которая продолжается 2.5 года. Ну, мне было просто интересно, вот кто слушает из тех, кто приехал туда, а мне кажется, даже показательно, что мало кто приехал. Вот в прошлом году на встрече лидеров БРИКС, она проходила в ЮАР, Путин туда не поехал, потому что боялся, что его могут арестовать. В этом году никто из тех, кого он приглашал, не приехал в Москву. Ему отправили только видеооткрытки. Почему, как вы думаете, почему никто из лидеров так и не приехал на встречу с Путиным? Нет. Дело в том, что ведь сейчас еще не начался саммит БРИКС. Сейчас то, о чем мы сейчас говорим, это серия перед саммитом, серия разного рода мероприятий, в частности, медиафорум, который проходит давно и постоянно, существует еще образовательный форум в рамках БРИКСа. Есть там различные парламентские встречи в формате БРИКС. И несомненно, что
во-первых, большинство лидеров стран и в первой шестерке БРИКС, и в первой пятерке БРИКС, которые были, и те, кто присоединился с 1 января 2024 года, еще шесть стран, либо лидеры приедут, либо вторые лица государств. Ну, то есть достаточно это будет вполне представительно. Ну, за сегодняшнее выступление несколько раз звучало, от самого Путина звучало, что около 30 стран хотят вступить в БРИКС, отправляют заявки, но среди этих стран есть и те страны, которым Россия отправила заявки, но они не ответили. Например, это Казахстан. 16 октября, перед как раз деловым форумом, пресс-секретарь Токаева ответил, что президенту Казахстана поступило предложение о вступлении в БРИКС, но он ответил следующим образом. Дальше приводится цитата. «В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, потому что, дальше поясняет пресс-секретарь, что Токаев больше верит в ООН, чем в БРИКС». Почему, на ваш взгляд, не все соседи России спешат в БРИКС, хотя Путин очень активно его рекламирует и говорит, как там все за все хорошее против всего плохого? Я думаю, что надо учитывать, что БРИКС в том виде, в каком мы его видим, это всего-навсего один из многих международных, это даже не международная организация, подчеркнем это, у нее нет как бы секретариата пока до сих пор, нет институциональной формы, это просто клуб, примерно так же, как встречи Большой Двадцатки, например. В этом плане он отличается от Шанхайской организации сотрудничества, например, или от подобных межрегиональных экономических или политических организаций. Присоединение к этому клубу это не является какой-то большой проблемой. То есть экономики разных стран охотно вступают в разного рода межрегиональные клубы. Действительно, сейчас, как мы знаем, просто членство в БРИКС будет остановлено решением уже имеющихся членов, потому что дальнейшее его расширение представляет очень большие проблемы, как об этом многие пишут. БРИКС будет плохо управляем, как бы будет слишком много разнонаправленных интересов, поскольку страны совершенно разные. То есть в БРИКС теперь находится и такая большая экономика, как индийская, например, и одновременно такая, как Эфиопия, да? Несопоставимые между собой. В этом плане, когда мы сейчас читаем про то, что Токаев отказался от вступления, ну, можно вполне понять. Дело в том, что Токаев и Казахстан входят в Шанхайскую организацию сотрудничества и в целый ряд других организаций, и им достаточно этого. При этом надо сказать, что двусторонние отношения между там, Россией и Казахстаном, они экономические, они будут продолжаться, как они идут, как и со многими другими странами. Поэтому БРИКС достаточно слабый на сегодняшний день, по международным меркам, слабый клуб пока еще. Посмотрим, что с ним будет лет через 10, например. Ну вот на встрече с главными редакторами, кажется, прозвучал самый важный в рамках БРИКС вопрос. У Путина спросили, не чувствует ли Россия себя младшим братом Китая? На что Путин ответил, что с Китаем торгует и работает на равных. А как вы думаете, кто в этих отношениях главнее? Да, есть большая проблема. Она обсуждается и российскими, и политическими, и экономическими экспертами. Попытки развивать БРИКС, как некоторые... Ну, Путин этого хотел бы, это видно по всем публикациям кремлевским, как и некоторые антизападные экономические и политические блок, они ведут к тому, что внутри БРИКСа усилится влияние Китая. То есть если ставить вопрос о том, чтобы отказаться от доллара, то это стремительно ведет к тому, что юань становится резервной валютой. А это никого не устраивает внутри БРИКС. Все хотят оставаться внутри глобальной экономики, где доллар на данный момент и на ближайшие десятилетия остается главной резервной валютой, это для всех удобно. Так что здесь есть существенная проблема у БРИКСа, и Китай не ставит себе целью там как-то наращивать свое влияние в БРИКС. Китай ставит себе целью активно развивать двустороннее экономическое сотрудничество и развивает его и с Бразилией, и с Арабскими Эмиратами, и с Саудовской Аравией,
это все большие объемы. Но точно так же он это делает и с Россией. Так что здесь Китаю не требуется специально каких-то усилий. Он просто обладает огромной гигантской экономической гравитацией, которая будет сказываться в любых международных организациях экономических, куда Китай входит. Ну, судя по выступлению сегодняшнего Путина, он много говорил про экономику, очень много нахваливал российскую экономику. Но он только за сегодня несколько раз похвалился тем, как Россия открыта для бизнеса, для других стран. Но интересно, что же ждет иностранный бизнес, а главное, иностранных рабочих в России. Да, это, я думаю, такая серьезная сейчас проблема будет. Давайте посмотрим об этом в нашем сюжете и продолжим обсуждение. Это наше достижение. Демократия, открытость и дискуссия, которую каждый может вести. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал голосование по изменениям в бюджетный кодекс. Демократия, по мнению Володина, это когда 386 депутатов за, против один. Но заседание Госдумы 18 октября примечательно не только этим. В первом чтении принят законопроект о запрете так называемой пропаганды child-free. Это запрет концепции, которая распространялась на нашу страну, концепции вымирания. И сегодня все усилия должны быть направлены на то, чтобы конструктивная, несущая наши ценности информационная политика была развернута по всем направлениям. За так называемую пропаганду child-free авторы инициативы предлагают штрафовать граждан до 400 тысяч рублей, должностных лиц до 800 тысяч и до 5 миллионов рублей юридических лиц. По словам председателя Госдумы Володина, депутаты хотят оградить население от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. На этих запретах законодатели останавливаться не намерены. Сегодня речь идет о запрете деструктивности инструктивной информации в целом. Эти понятия заложены в указе 809 президента. И сегодня с Министерством науки отработано 2 тома материалов, уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий шаг, комплексный шаг, нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой, о запрете деструктивной идеологии в целом. Детали инициативы вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, на первый взгляд, очень широко интерпретируемой, пока неизвестны. Еще парламентарии предлагают усилия по ограничению миграции. Госдума в окончательном чтении приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов. Главное новшество – увеличение срока проживания в браке с гражданином России до 3 лет для получения разрешения на временное проживание вне квоты. Также в первом чтении Госдума приняла проект, по которому статус нелегального мигранта в случае нарушения закона станет отягчающим обстоятельством. У нелегальных мигрантов в 3 раза выше склонность к совершению таких опасных преступлений, как терроризм, в 5 раз выше незаконный оборот оружия, в 2 раза выше насильственные преступления. И все это говорит о том, что установление дополнительного квалифицирующего признака, отягчающего вину для нелегальных мигрантов в случае совершения ими преступлений, абсолютно необходимая мера. Еще депутаты хотят считать организацию нелегальной миграции, подделку документов, фиктивную регистрацию или постановку на учет особо тяжким преступлением. Спикер Госдумы Володин предлагает идти дальше и ограничить легальную миграцию. Мигрантов не следует пускать на работу в такие отрасли, как медицина и образование. А целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов? Или, может быть, сделать все для того, чтобы наши выпускники, наши целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать? А уже на следующей неделе законодатели рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами в сфере миграции. В Госдуму также внесли законопроект, по которому суды смогут массово штрафовать уехавших россиян и арестовывать их имущество до решения суда. И это мы собрали репрессивные идеи Госдумы только за эту неделю. Александр, как вы думаете, если партнеры Путина по БРИКС, например, вникнут в то, как работают российские законы и какие законы в России вообще появляются в последнее время, захотят ли они вкладывать в Россию свои деньги? Конечно, вот эти все законопроекты, они чудовищны, это очевидно. Они калечат российское общество, они негативно будут сказываться, конечно, и на образовательных процессах, и на бизнесе, на всем. Это само собой так. Но что касается стран БРИКС, то для них, конечно, главной проблемой является не это внутреннее законодательство Российской Федерации, а то, что
Кремль находит, не только находится под санкциями, но и настойчиво развивает свое там стратегическое сотрудничество с Северной Кореей и Ираном. И вторичные санкции расширяются, и это создает очень большие необоримые проблемы для тех, кто хотел бы поддерживать экономическое сотрудничество с Россией, а уж тем более инвестировать что-то прямо в российскую экономику. Никаких, конечно, инвестиций со стороны стран БРИКС в российскую экономику не будет. Больше того, мы знаем, что банк, созданный специально странами БРИКС, так называемый новый банк развития, он не финансирует российские инвестиционные проекты, несмотря на то, что Россия этого добивается от этого банка. Но это невозможно именно всего, так сказать, того, что сейчас никто не хочет заниматься токсичными инвестициями. Но что касается закона вот этого регулирования миграции, ну, очевидно, что это ударит по стройсектору, и российский стройсектор, мы знаем, борется против этого, этих инициатив законодательных, но проиграет, по всей видимости. Что касается child-free и деструктивной информации, то это, конечно, анекдотический совершенно бред, но очевидно, что Госдума это примет, и появятся новые статьи, по которым можно штрафовать. Многие правильно пишут о том, что здесь депутаты и российские власти просто ищут возможность дополнительных налогов и штрафов, пополнения казны за счет этого. Да, можно ожидать, что будет принят закон, который арестовывает и конфискует собственность у лиц, которых российское законодательство объявляет де-факто врагами народа. Ничего, конечно, обнадеживающего в этом нет. И, конечно, это все сказывается. Ну, можно говорить о том, что это как-то влияет на международный имидж России. Но, знаете, дело в том, что сама агрессия влияет радикальным способом. А все это остальное является следствием, на мой взгляд, того, что Россия живет в условиях военного положения и бесконечно производит все новые и новые законы, которые, ну, там, призваны создать и бонусы для тех, кто участвует в войне, и, наоборот, жестко маркировать тех, кто не согласен с войной, и лишать этих людей и гражданских прав, и в том числе даже и имущества. Кстати говоря, о бонусах для тех, кто участвует в войне, судя по бюджету на ближайшие 3 года, в современной России есть 2 сферы, на которые чиновники не скупятся дать деньги. Это дети, на них не сокращают субсидии, и участники войны, на них тоже выделяют социальные выплаты. И вроде бы обе сферы, и дети, и военные, одинаково важны для Путина, но вчера на спортивном форуме в Уфе я видел, как столкнулись эти 2 интереса – деньги на детей и деньги на военных. Вот об освоении социальных денег, не очень больших, там речь шла на миллионы, то есть не о миллиардах речь идет. О них отчитывался председатель комитета по физкультуре из Ленобласти. Давайте послушаем. На сегодняшний день у нас участвуют 230 человек. То есть, и в том числе 29 человек лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Там было долгое выступление, чтобы не слушать получасовой доклад. Я перевожу с языка чиновника на русский. Он говорит, мы эффективно работаем, вот результат. За 1 год мы 230 человек научили плавать. Дайте еще денег. И вот вице-президент Федерации плавания объясняет ему, как правильно тратить деньги. 12,5 миллиона до 30-го года мы должны обучить детей плавать. Это 2 миллиона детей в год. Поэтому, когда слышишь цифры 230 человек, это, конечно, хорошо, но это пока не о достижении целевых показателей. Ну, тут на грани с дискредитацией армии чиновника даже поправили из зала. Только что была ремарка по поводу 230 человек в программе Ленобласти. Хотелось сказать, что уникальность этого контингента надо учитывать. Это ветераны СВО и члены их семей, поэтому здесь о других цифрах говорить как бы, ну, не стоит. Спасибо. Спасибо за ремарку. Безусловно, я хотел сделать акцент на массовое обучение детей плаванию. Ну, на этот раз вице-президент по плаванию выкрутился, не наговорил на дискредитацию участников войны. Но, кажется, когда-то расходы на детей и расходы на военных столкнутся более серьезно, чем в Федерации плавания. Александр, как вы думаете, если такое произойдет, на чью сторону встанет Путин?
Ну, нет никакого сомнения, что война против Украины является политическим приоритетом Путина и Кремля. И поэтому, пока Владимир Путин у власти, мне кажется, так это и будет оставаться. Поэтому при формировании уже этого бюджета, который сейчас, собственно, находится на окончательном, в фазе окончательного принятия на 2025-2026 годы, его уже проанализировали основательно, и там видно, конечно, что происходит увеличение финансирования всего, что касается и обороны, национальной безопасности, все это разрастается неизбежно. Разумеется, социальные статьи, они поддерживаются Кремлем, потому что Кремль беспокоится о том, чтобы не было дестабилизации в обществе, но тем не менее очевидно, что дальнейшее продолжение войны, оно будет сказываться очень тяжело на тех больших социальных контингентах, которые не получают прямо бонусов от войны. То есть, да, те, кто работает в военно-промышленном комплексе или, может быть, в стройиндустрии на оккупированных территориях, будут продолжать получать достаточно большие деньги, выше, чем это в гражданском секторе, в остальных областях. Но это будет увеличивать социальный разрыв, несомненно, между теми, кто работает вне сектора, прямо обслуживающего войну, и теми, кто внутри этого сектора. Так что да, здесь есть проблема, она будет усиливаться, это очевидно. Плюс к этому надо учитывать и то, что финансирование войны, как оно идет, оно, несомненно, разгоняет инфляцию. И Центробанк это прекрасно понимает, готовится к гиперинфляции. И я думаю, что неизбежно столкнется с гиперинфляцией. Ну, спасибо вам большое, Александр, что объяснили нам, как, к чему это все идет, и разъяснили нам те заявления, которые мы Путина сегодня слышали. К сожалению, наш эфир подходит к концу. Мне осталось подвести только результат опроса, и большинство наших зрителей считают, что все-таки лидеры или участники союзов с Путиным подыгрывают ему и не верят, а скорее замечают проблемы, с которыми сталкивается Россия из-за войны. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.